Также задали вопрос по поводу прерывания беременности. Дозволено ли это или нет? Аллах Субхана ва Тааля в Коране сказал: «Ва ля тактулу ауладакум хашьята имляк, нахну нарзукухум ва иякум». Не убивайте своих детей, боясь, что не прокормите, то есть не делайте аборты. Поистине мы их кормим, мы даем им пропитание и вам тоже. Касательно прерывания беременности. Здесь очень много есть акваля, очень много есть мнений, но возьмем основное, такое, скажем, более такое достоверное мнение. Если до того, как Аллах Субхану ва Тааля вселил душу ребенку, джанину, зародышу, до того, как это, когда приходит, когда вселяется душа, на 4-й месяц беременности, до этого, если есть угроза жизни не самому ребенку, не там, что там врачи говорят, ваш ребенок будет инвалидом, или он там умрет и так далее, там он не выдержит, это кадаллаху кадар, это предопределение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Если родится здоровый или нездоровый ребенок, мы должны соглашаться с этим. Мы, да, если врачи там говорят, то, что вам нужно прервать беременность из опасения к ребенку, то этого делать нельзя, прерывать нельзя. И часто в случае говорят, что родится такой больной ребенок, альхамдулиллах, рождается здоровый. Если у нас, если еще больше положенности на Аллаха, таваккульту, альхамдулиллах, Аллах еще больше облегчит. Но если говорят, что есть угроза жизни матери и ребенка, то до того, как Аллах, одно из мнений, есть мнение, что нельзя тоже прерывать, но есть мнение, что можно прервать ей беременность, если еще до 4 месяцев в утробе. То есть, скажем, на 1-м месяце, на 2-м, на 3-м, если есть угроза жизни матери ребенка, то тогда прерывать ей можно. Потому что если мама умрет, а ребенок умрет, то есть нужно убирать акалю дарарейн. То есть, так скажем, меньше вреда нужно выбрать. Хотя есть мнение, что тоже нельзя прерывать, даже если врачи говорят, потому что они могут ошибиться и так далее. Но возьмем такое мнение, чтобы как бы выйти из-за разногласий, то что если есть угроза жизни ребенку самому, то прерывать нельзя. Если есть угроза жизни матери ребенка до 4 месяцев, до того, как он будет до 4 месяцев возраста в утробе мамы, до того, как вселится душа в ребенка, то и прервать можно. Валлаху а'лям, если есть опасность ее жизни.